Недавно депутаты Государственной Думы решили взяться за законопроект об отмене пивнушек в многоквартирных домах. Сегодня активисты города Улан-Удэ вышли на Арбат, чтобы собрать подписи в поддержку этого закона. С самодельными плакатами и на пронизывающем ветру непогода не помешала 20 активистам восстать против так называемых в народе наливаек. Мы узнаем мнение наших жителей по этому поводу, проводим опрос, где наши горожане высказывают свою позицию по этому вопросу. В связи с тем, что сейчас у нас начался новый учебный сезон, поэтому мы обеспокоены, что продажа алкогольных напитков разрешена и легализована в подобных заведениях. Данную акцию «Молодая гвардия» готовила неделю. За эти 7 дней петицию против питейных заведений в многоквартирных домах подписало более 500 человек. Многие, конечно, рады. Некоторые затрудняются ответить, потому что, ну, если его закроют, как, куда он потом пойдет, скажем, алкоголь покупать? Для них это, для некоторых, неудобно. Ну, многие поддерживают, они рады. Они считают то, что это один из таких самых хороших законопроектов, который мог бы быть. Как говорят волонтеры, подписывают петицию в основном те, у кого такая наливайка была или есть в доме. У нас рядом было, но сейчас закрыли. Нету, там друг магазин стал продтоварный. Как бы вечером, когда абсолютная тишина, они там выходят, разговоры эти ненужные, совсем никчемные. Ну, сами понимаете, какая обстановка, когда питейное заведение под окном. Также активисты планируют создать реестр заведений, из-за работы которых нарушается общественный порядок, чтобы в дальнейшем передать его для проведения проверок в правоохранительные органы. Екатерина Листратова, Жаргал Трендашиев, Новости дня.